А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Шейка. Он начал играть в Skywars, поэтому ему нужна поддержка. И он очень будет рад, если вы зайдете и подпишитесь на его канал. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую 19-ю серию нашего прохождения GTA 5. Я рад каждому человеку, который находится сейчас тут, рядом со мной, и любому тому, кто смотрит это видео. Я действительно рад, потому что вы меня поддерживаете, и сейчас мы продолжим проходить GTA 5. Только как я только что вышел с дома... у меня почему-то не слаживается. А почему у нас вот эта машинка? То есть, и смотрите, что самое главное. Что за бред? А почему у меня показывается, что это моя основная машина? То есть, видите, показывает, что это наша машина. А где моя юшка? Ладно, это наши две машинки, которые я протюнил. Где моя Ауди, заразы? Убежище, ФБР, банкомат, амунишн, Лос-Антос, одежда, одежда парикмахерская. Гараж. Гараж. А у меня есть еще какой-то гараж? Хм, честное слово, я даже не знал. Ладно. Опа, кто-то, кто-то мне вы... Если тебе не помочь, тебя просто убьют. Спасибо за такую поддержку. А что это за гараж, мне интересно? Как я понимаю, наша семейка волнуется. Это гараж, который мы просто-напросто купить можем, да? Ух, я не знаю, стоит ли нам покупать гараж сейчас. Мне просто интересно, где моя нафиг машина? То есть, почему моя Audi поменялась на эту машину? Ребята, у вас когда-то такое было? Я не знаю, честно. ФБР, давайте мы тогда в Лос-Сантос поедем. Да кто там базарит столько? А, мне интересно, куда наша машина пропала? Ну, ладно, если она пропала, значит так должно... Хотя, как должно? Это, наверное, просто лаги, я не знаю. Ой, стоять, стоять, никуда не спешим, не едем. Если все-таки машина автоматически машина, которая была записана на Майкла, по самому сюжету игры поменялась на рандомную вот такую машину, неизвестно почему. Интересно, как я тогда это сделал? Потому что это как минимум странно. Мы выходим с машины, и нам показывается, что это наша машина. А если мы зайдем на карту? Если мы зайдем на карту, то тут нету нашей машины. Вот только вот это. Личный транспорт, вот, личный транспорт этот. Это как минимум... О, вот, смотрите. О, вот. Ага, стоянка конфискованного транспорта. А давайте мы... Ну, ли... А почему тогда личный транспорт? А может нашу аудюшку конфисковали или... Фиг его знает. Ребята, давайте мы поедем к личному транспорту. Это будет очень быстро. Вы не... Ребята, вы во мне всегда сомневаетесь. Вы не верите, что 1,5 километра мы проедем за 1 секунду? Не верите. Вот смотрите. Раз, два, три. Вы мне не верили. Эх, ребята. А я в вас верил. А вы мне не верили. Мне интересно, что тут вообще за машинки будут. Так. Нам нужно сюда. Да. Что за... Ладно, то есть, допустим, ладно. Это машина, которую мы сначала протюнили, потом, когда мы ее потеряли, то ее забрали сюда. Ладно, допустим. Что за вторая машина? Что за... Это вообще мое? Я не в курсе. Как? Как у меня вот эта машина... Как у меня стандартная машина... Знаете, что самое прикольное? То, что я лазил в интернете полдня. Знаете, зачем? Я лазил в интернете полдня для того, чтобы найти решение, как... Как можно заменить стандартную машину Майкла, то есть Audi, да, вот ту белую с зеленым Audi, которая у нас была. То есть, знаете,
Мы, конечно, можем себе найти любую машину и протюнить, но я хотел заменить, чтобы у нас была основная машина, та, которую мы захотим. То есть, по сюжету у нас всегда будет появляться Audi. Если мы ее растопчем 10 раз подряд, если мы ее взорвем, если мы ее потеряем, то всегда по сюжету будет появляться она. А если мы возьмем какую-то рандомную другую машину, то, в принципе, она не будет появляться, потому что это дополнительная машина, которая валяется у нас в гараже или которая валяется на штраф-стоянке. Я не нашел решения, в принципе, там даже говорили, что решения нету, потому что это по сюжету заверено, что у Майкла будет Audi. Других машин мы не можем ни поменять, ни купить, ни заменить. У нас всегда будет Audi, как у Франклина вот то буфало белое, как у Тревора вот тот говняный джип, который разваливается на глазах, можно и так сказать. И я не нашел решения. А тут у меня через какой-то баг поменялась основная машина. Я взломал GTA 5, ребята. Я взломал GTA 5? Это нереально как-то. Если да, то ладно, давайте тогда будем тюнинговать ее. Ух ты. Ну, машинка, если честно, не скажу, что очень крутая. Она мне, если честно, не нравится. Но раз она... Раз она поменялась, то я, в принципе, ничего не могу сделать. Окраска. Я не знаю, какую окраску. Какую вообще тут окраску можно на нее поставить? Как думаете? Давайте вот эту. Я, честно, не знаю. Я вообще не знаю, что это за машина, откуда она взялась. Спойлер. Ну, спойлер пускай будет. Подвеска. Бабла у нас, если что, хватает пока что. Колеса. Вот давайте колеса сделаем. Какие бы колеса поставить? Какие-то крутенькие. Вот давайте. Как думаете, ребята? Ваше мнение. Ваше мнение. Давайте вот эти поставим. Цвет. Черный, модификация, вот так. Замечательно, стекла. Стекла немного затемненные. И это все? Это все? Ну, ладно. То есть, много мы тоже не потратили на эту машину. Много мы тоже... Ой, да, давайте. Много мы тоже на нее не потратили. Ага! До меня только сейчас дошло. В предыдущей серии нас же с машины выкинул, зараза, собственный сын. И он уехал на нашей машине куда-то. А вот сейчас все стало на свои места. Он же уехал на нашей машине куда-то. Поэтому наша машина и пропала. Вот я только сейчас догнал. Ребята, я прошу прощения, я как-то реально затупил. Я просто забыл предыдущую серию, знаете, и... Да закрой рот. Я как-то забыл предыдущую серию, то, что в предыдущей серии у нас угнал машину собственный, мать его, сын. Ладно. Так, калашик. Нам нужно прикупить пушечки. Я надеюсь, вы со мной согласны. Я чекаю несколько видов. Ладно. Нам нужно действительно прикупить какие-то пушечки. Это у нас есть? Ага. Вот сейчас есть. Самое главное, это, наверное... Ух ты, нифига себе, 37 кусков, да вы, наверное, с ума сошли. Самое главное в GTA-шке это пушки. Тачки, всякую другую билиберду, одежда, татушки, прическу, это можно обойтись. Но без пушек вы никак не сможете пройти GTA, потому что оно действительно нужно, нужно. Это у нас есть, да? Тогда будем покупать все по максимуму. Давайте вот эти раскраски будем брать. Фонарь мы взяли, вот этот я не буду брать. Калаш у нас есть, патрончики, магазин большой емкости, рукоятка, фонарь, прицел. Давайте. Ух, это прям пушечка меня прям так и манит. Но, к сожалению, я не буду ее покупать, потому что она реально очень дорогая. Снайперку тоже нужно. Глушитель. Ну давайте возьмем и глушитель. Улучшенный прицел. Давайте возьмем. Новый скин CSGO. Гравировка по дереву. Я бы, конечно, взял, но она слишком дорогая. Хоть у нас там и почти 1 лям есть, но я не хочу. Ой, я не хочу очень много тратиться. Давайте даже вот это купим. Рукояткой купим, фонарь. Прицел. Прицел купим, фонарь купим, это купим. Купим. Дальше. Это что? Штурмовой ПП без. Бесплатно, нифига себе.
Ух ты, не учи-пучи-пучим, да. Слишком как-то оно бесплатно и такая стоимость. 16 кусков на патроны, я прям потратился. Фонарь, глушитель, гравировка по дереву 30 тысяч. Вы, ребята, прям сумасшедшие. Реально сумасшедшие. Так, это тоже можно купить. Дальше, закупились. Так, ну вроде и все. Спасибо, чувачок. Пока за то, что ты нас обслужил, мы топаем отсюда. Опа, опа. Этот, зараза, что-то там пискнул. Вы, когда я заходил, вы слышали, что он там что-то пискнул? То есть, я заходил, он там... ты что, зараза, сюда Вася пришел? Ну, раз я Вася, значит, ты тоже Вася. Так, едем на задание. Едем на... хаос, дурдом, а нам пофиг. Мы сели в машину, едем, куда нам нужно. Ух ты, я случайно стукнулся, извиняюсь, если это было слышно. Дурдом, маньячина на улице гуляет, а нам как-то по боку. Поехали назад. Опа. Ну, по боку-то не по боку, но все же милиция тут есть. Мы, может, сможем убежать, я надеюсь. Ух ты, ребята, мы прям... Мы прям... Между щелинок так... Прям какие-то... Я не знаю, я когда вот это стукаю... Может, хватит, Эдисон, пожалуйста, стукать вот эту фигню? Я так вижу, оно очень удобно у меня тут стоит. А ну, секундочку. Во, вроде починил, и мы топаем дальше. Маньячины с гранатометом в руках. Я не туда немного. У, какая у нас уже... Ой, у нас машинка уже побитая, даже вот эта. И ты нас запалил именно вот тут. Не раньше, не позже. Ах ты, зараза, зараза. Стоять. Да едь ты уже, конченый ты. А, пофиг, как-то, знаете, там хоть за нами полиция всего штата гоняется. Зачем, если мы можем прийти прямиком в ФБР и нас примут с большой открытой душой, и то, что за нами, идите к Дэйву, то, что за нами еще только что гналось там пол Соединенных Штатов, нам как-то это пофиг. Пофиг. Isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This barn hunk of love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa. Pure magic. I should put it on my show. Это что за клоун вообще? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? Майкл прям шутничок. Присядь, присядь, well done, дружище. Our friend, Mr. K. Mr. K. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me. Respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, pal. Майкл прям такой крутой, йогой позанимался в предыдущей серии, уже тут понты катает, да? I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. Amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. Kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Старого пса можно научить новым трюкам. Это ты обо мне, старый пес?
псина! Ладно. Ты обо мне псина! Так ты обо мне псина! Не, ладно, все, хватит. Хватит, еще раз проходить это задание не хочется. Сядьте в машину Дейва. Дейва! I'll rephrase that. Do I need to hit you over the head and drag you there? I can drive. Good, because I think I herniated a disc lugging you the other day. Yeah, small consolation. Ух ты, какая у тебя точилка нафиг. Прям, знаете, я не... Как, мне почему-то она немного BMW напоминает. Хотя, не знаю, честно. Nice car. Taxpayers treating you right. Направляйтесь к месту встречи. 3 километра, я не знаю, сколько это времени займет, но я надеюсь, что немного. Фрэнклин? Он знает о Фрэнклине? Вот ты зараза, оставь Фрэнклина в покое, он наш кореш. Как он говорит, хоуми. Фрэнклин, вот, звоним Фрэнклину. И звоним. Some lot off El Rancho. Quick. Shit. Okay, man. Then I guess I'm on my way. I'm already in East LS. Yeah, I'm sorry, Frank. Anyone else? No. We got you, Franklin, Trevor Phillips. That should be fine. Trevor? Да ты вообще реально сдурел? He's waiting there. I had him picked up. The kid from your crew is gonna play lookout. Phillips is gonna fly you in. And you're gonna rappel down into the IAA. Зря вы связались с сумасшедшим Тревором, ребята. Зря. Он вам еще навешает пиндюлей. Тревор! You keep him close. You keep an eye on him. And he knows I'm in with the FIB. You struck a deal. You watch him. I'll try to keep out of sight. Yeah, you do that. Реально, зря вы связались с Тревором, это еще псих ненормальный вам устроит, реально, тут фестиваль, не знаю, бурной жизни. Так, мы правильно едем, да, в принципе, тут еще 300 метров осталось, это не так уж и много, поэтому мы уже практически на месте. Ну что, Тревор, давно мы с тобой не виделись. А он уже там разбирается, смотрите. Он уже там... Кто это, кейджи мотерфакер, а? Нет, это еще кейджи мотерфакер, хорошо? Не ты! Эй, Ти, enough with the faux political bullshit! Ух ты, вертолетик какой, с камерой или с чем это? Really? Shit, I'm good. I ain't built. Whoa. What am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah. And best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Ну да, сын, который у Майкла это прям жопа. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us bring Brad. Yeah. We'll talk about Brad later. All right. I gotta change. You better grab a head start. Ух, а Тревор еще о Брэде не знает. Yeah, whatever. Ну да, лучше бы Майкл имел такого сына, как Франклин, а не как своего алкаша, наркомана и не знаю. Ух ты, нифига себе. Так, удерживайте, чтобы набрать высоту. Ну, я немного летал, поэтому я более-менее знаю, что и как. Я прям не профессионал в этом. У нас же было несколько заданий с полетами, да? Где же, чтобы развернуться? Ага. А куда нам нужно? На небоскреб вот этот или куда? Ага, чтобы сфокусировать. Ух, я сейчас разобьюсь. Извиняюсь.
А, так, я пока что... Вот тут. Еще раз. А нам нужно садиться? Так, нам показывает, что нужно ниже. Значит, ага, вот. Спускаться, чтобы спускаться быстрее, нажимаете, ага. Чтобы прыгать дальше, удерживаете. А этот чувак смотрит, кто там лазает за окном, Спайдермен? Конечно, Спайдермен. А я вообще правильно лезу? Ага. Next, I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. Реально в жопу засунут или что? You think you're impenetrable? See how you feel with this is 18 inches deep inside. Get the lube. Who the fuck is this? Terminate him! Close this problem right now! Gaggy, use a little backup here. Get me the station chief! I'm... А, вот и Франклин. Ух ты, снайперка! Это прям эпично. А где они? А у нас бесконечные патроны. Ага, может. Ух, всех перебили. Это реально эпично. Ух ты! Ух ты! Когда персонажу грозит опасность, ага. Ага, это замедляет у Майкла время. Я еще даже никогда не пользовался вот этой способностью Майкла. Они его убьют, у меня почему-то такое ощущение. У меня почему-то такое ощущение, я не знаю. Главное еще нормально сесть. Нормально, нахрен.
Франклин тоже офигенно свою работу сделал. Так быстро переоделся? Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, это правда. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Так, выполнено? Ну давай, выполнено, пиши, пожалуйста. А нету у этого выполнено? Или сейчас еще появится? Во, не успел сказать. Так, ладно, знаете что? У кого у нас есть сейчас задание? Точнее, для кого? Вот сейчас Майкл. У нас есть задание для Тревора. Это Тревор, вот. И у нас есть задание для Тревора. У нас есть задание для Франклина. Вот оно. У нас есть дополнительное задание для Франклина, то есть убийство с Лестером. И у нас есть куча вот этих мини-заданий с парнишами. Но мне кажется... А ну, сейчас, секундочку. Так, ребята, я посмотрел, сколько там времени, серия уже идет практически полчаса. Поэтому мы будем на этом, к сожалению, заканчивать. Если вам нравится GTA 5, а я, как вижу, она вам немного нравится, так как если раньше мы набирали по 30-40 лайков на GTA 5, то сейчас набирается больше, чем 100. Значит, кто-то все-таки с вас исключит любителей пиксельмона и Майнкрафта, кто-то все-таки с вас ждет GTA 5, и я, если честно, этому искренне рад, потому что немного уже перерастает с пиксельмона на какой-то другой, на какой-то другой жанр и другие игры, и, если честно, это очень меня радует. Ребята, требования такие, как и всегда, набираем 100 лайков, выходит сразу же новая серия GTA 5. Лайки, я повторяю для тех, кто не знает, потому что могут найтись какие-то такие умники, что скажут, что, мол, Эдисон нам выпрашивает лайки. С лайков я ничего не получаю, ни копейки, за лайки не платят. Лайки — это просто отдельная мотивация для ютубера делать новые видео. Если я вижу, что 100 лайков, у меня прям руки тянутся. Ох. Моим подписчикам нравится это видео, и значит, они хотят продолжения. Поэтому... Я тоже же не жопа, если я вижу, что им это нравится, значит, я пойду и сделаю это продолжение. И плюс к тому выбивает меня в топ, за это тоже вам, ребята, спасибо, поэтому поставьте лайк. Если вы хотите, чтобы я прочитал ваши комментарии, все, что вам нужно, это просто оставить. Вот ты сейчас, может, меня смотришь, хочешь, чтобы я прочитал твой комментарий, просто напиши его. Я читаю прям каждый ваш комментарий, не как остальные могут быть ютуберы, которые выкладывают видео, идут гулять и даже... не смотрят на комментарии. Я действительно очень переживаю за хорошие или плохие комментарии, за критику, и читаю каждый ваш комментарий. И также, если он адекватный, то я пытаюсь на него ответить. Поэтому, если хочешь, чтобы я прочитал твой комментарий, просто напиши его. Всем спасибо за просмотр. Еще раз, вступайте в нашу банду крутых перцев. Что для этого нужно? Просто на меня подписаться. Я тоже буду этому очень рад, если у нас в нашей большой дружной семье появится новый член. Член в новой нашей семье появится. Действительно, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.